настоящий мужчина, во-первых, должен отдавать какие-то привилегии девочкам, младшим и старшим. Мужчина должен помогать женщине, то есть женщина не должна все делать сама, он должен хоть что-то ей помогать. Потому что он мужчина, он лучше всех многие вещи может делать. У него больше сил, возможностей. Я считаю, настоящий мужчина – это тот, который сможет постоять и защитить не только себя, но и других людей. По-моему, настоящий мужчина должен быть добрым и справедливым и не ленивым. Достаточно зарабатывать и иметь хотя бы небольшие связи, чтобы его семья жила в достатке. Я думаю, он должен быть заботливый, любящий, понимающий, надежный. В каком-то плане даже и усидчивый. Это надо для того, чтобы люди друг друга понимали, любили, заботились друг о друге, помогали. Я считаю, настоящий мужчина – это человек с добротой и милосердием в его душе, а также это человек, который несет полную ответственность за свои поступки и за свои действия. Должен быть смелым, заботливым, любящим. Настоящим. Как по мне, настоящий мужчина, он должен быть ответственным за какие-то поступки, должен быть защитником. А настоящей женщине можно все. Она скромная. Настоящая женщина – это любящий и понимающий человек. Муж не обязан ей покупать подарки, она может сама это сделать. Женщина настоящая – это которая может тоже любить по-настоящему и которая будет заботиться о других. Все-таки она не должна сидеть на шее у мужа, что муж все покупает ей. Она должна работать. Настоящая женщина всегда готова помочь мужчине в трудной жизненной ситуации. Она должна работать как-то сообща с мужчиной. Любящая, сильная, терпеливая, ранимая. Ну и иногда немножко наглая. К примеру, все можно. Как по мне, настоящий мужчина должен все, а настоящая женщина – ничего.